Девчонки, привет! Ребята, тоже привет! Всем привет! Сегодня мы с Аней снова хотим вам представить экспресс-сервировку в зеленом цвете. И я понимаю, что, скорее всего, вы мне скажете, что зеленый цвет, зеленое стекло очень плохо видно на фоне зеленых листьев. Да, наверное, так и есть. Но другого варианта, другого места для съемки у нас не нашлось, поэтому, к сожалению, так. Не судите строго, мы старались. Красивая зеленая вещь, но в сегодняшней сервировке участвовать не будет. Еще одна чудесная стеклянная вещь зеленого цвета в сегодняшней сервировке участвовать не будет. Роскошная ваза, достойна роскошных цветов. Чудесная. Прекрасная стеклянная сахарница без крышки. Но мы сахар использовать не будем, мы в эту сахарницу положим печенье. А здесь будет прекрасно смотреться маленькие печенья. Изящная, миниатюрная фруктовница на ножке. Сюда мы положим персики. А в этой красивой вазе будут очень красиво смотреться нектарины. Выкладываем. В прошлый раз нас раскритиковали за большое количество сладостей, поэтому в этот раз у нас будет большое количество фруктов. В эту вазочку мы тоже положим фрукты. Сюда положим бананы. Клади. Что-то очень массивное и увесистое из толстого стекла. Что это, мы так и не поняли. Всеми вместе мы так и не поняли. В этот раз мы эту емкость используем в качестве салфетницы. То ли сахарница, то ли шкатулка. Мы сюда положим орешки.
Ну и шедевр сегодняшней сервировки – это тоже сахарница, но пока у нас есть малина, мы эту сахарницу тоже наполним малиной. На этом пока все. Поддержите нас, пожалуйста, своим комментарием, лайком. Очень рассчитываем на репост и не забудьте подписаться на наш канал. Ну, а мы с Аней на этом с вами прощаемся. До следующей встречи и пока. Пока-пока. Не-не-не, уберись.